Все, фальшстарт случился, пошли теперь. Да. Уладим это дело, мы... Блин. Что? Да ничего, на пробел нажала, бежать хотела. Беда какая. Да, конечно. Все, давай, мы в часе от финиша этой... Что за текстовый файлик ты там сцапала? Да хрен его знает, что-то там валялось в углу, я так взяла, подобрала. Да. Вот он прикол о том, что... О, тихо, сейчас что-то начнется. Ага, кино, блин. Подойду поближе. Пока фильм не посмотришь, ничего не это, да? Нагась. Вот все-таки, как я уже тебе говорил... Я встала, я головы закрыла прожектор. Почему ничего нету? Это будущее, какой нахер прожектор? Сзади глянь, что стоит. Проектор? О, проектор, тихо, блин. Что ты хотел сказать тебе? Я тебя перебила. Ты сбила мне мысль. Прости меня. Я хотел тебе сказать, что в кооперативе невозможно проходить серьезную игру. Вот что. Поэтому, конечно, невозможно. Поэтому, это всем давно известно. Как начались кооперативные игры на прохождение, так они и закончились. Шестая резьба, и после нее больше ничего кооперативного на проходос не вышло. Ну, такого нормального. Вот, ну, серьезного, знаю, конечно. Ну, да. Я же не про малобюджетки говорю. Ага, это-то ага. Инди-игры, что... О, переводчик. Подожди. Fuck you! Нет? А, вот, все вижу. Давай, называй мне символы, сейчас я вложу. Стрелочка вперед, короче, вправо. Одна стрелка. Стрелочка вправо? Да. У меня такого нет. Левая крайняя, да? У меня есть двойная стрелочка вправо. Одинарная. Вправо. Да. Ты знаешь, что где право, где лево, да? Тут всего два символа. Стрелочка влево нижняя, двойная стрелочка вправо. Отойди, да я сделаю. Вот видишь? Ну давай, покажи мне. Там нет такого. Херобура, блин. Ну, я слежу за тобой, Нига. Ты ничего не меняешь, да? Или что? Или я не вижу, как ты что-то делаешь? Не знаю. Уже бот приехал, а ты все. Теребонишь. Открыть. На какой хрен на этой базе двери работают на языке инопланетян? Мы чё, блядь? Тут кто на этой базе тусовался? Люди или нахрен эти? Дурдом. А, задом наперед, наверное, попробуй там, где есть. О, ты собрала все-таки. Значит, стрелочка... То есть там написано слева направо, а то справа налево, да? Ага. Охуительно, блядь. Особенности инопланетной грамоты, блядь. Как у этих арабов. У арабов справа налево читают? Да, по-моему. Они еврит читают справа налево? А может, его я уже не помню конкретно. Ну, вот это кайфовый момент. Вон они, инопланетосы распятые, сидят как в чужом. Чётенько. Я еще этот, знаешь, Крайзис какой там, второй, первый, вспомнила. Когда там этот пророк подошел такой, а там такая бандура стояла огроменная, синяя, с металла. А я Вархаммер 40 тысяч. Расу некромантов. Mm. У них тоже зеленое все было. Зеленое и синее, оно эпично смотрится, эти два цвета. Вот если в больших масштабах каких-то. Я думаю, в больших масштабах любое говно смотрится эпично. Ну, в принципе, да. Это как спорить, какие на салюте шарики красивее, блядь. Кого? Какие? Ну, на фейерверк приходишь и смотришь, какая вспышка покруче. Синяя, блядь, или красная? По-моему, та, которая здоровая. Вот та вот и круче, блин. Та желтая. Я начинаю уже сонно тереть свои глазки, они все разговаривают. Я убил Сантос. Кто такой Сантос? Без понятия. Понятно. Айзек, я убил Сантос. Кто такой Сантос? Хай хуй его знает. Я его убил.
Отделал его. О, господи. Как это Элина, она вообще выжила? Я не понимаю, блин. Или? Да. Ну как она выжила, как, блин? Хороший вопрос, как она оттуда могла в натуре выбраться, если тот дым даже этот костюм прожигает. Да, то есть куда она там вознеслась ввысь, как супергерой какой-то, я хрен знает. Да, я до последнего думал, что она померла, кстати. А ты не играла в последнюю часть Red Faction? Нет. Там тёлка главного героя тоже ближе к концу игры погибает, и я думал, что каким-то чудом окажется, что она выжила, но там всё-таки разработчик, видимо, посерьёзнее, он был верен себе. И она погибла. Он более логичен был, да, в своих? Да, и это была первая игра, где один из ключевых персонажей реально погиб. То есть там игра такая говнища, ползаешь там по тоннелям под планетой. И вся суть чисто с этой тёлкой замутить, а потом раз, ее убили. И ты такой, пошло. Абомантус, я поняла. Ну это же излюбленный сюжетный ход, что типа, как бы, дать персонажу какую-нибудь бабу, с которой там главная цель... мутки сделать там. Интересно, я могу эту деталь выкинуть вниз, чтобы она упала, и мы... И мы остались ни с чем. А что мы будем делать, если вот она вниз упадет? Мы... если я сейчас отпущу, что мы будем делать? Да все, заново запускать игру. Ты этого хочешь? Нет, там новую уже, да, должны дать новую. Разве? Ну рискни. О, ты посмотри, какой здоровый хрен. А что это он такой огромный, если у нас розеты все мелкие? Но это типа самые первые, которые были. Первые розеты были больше, чем... Ну, да, конечно. А, так это бомба, там новую дают, да. Я ж пробовал, я выбрасывал. Бляха! А чё такое? Тебя тоже, да, шиндарахнуло? Кобздец, да, мы просто как. Близко стояли. Такая раса какая-то странная. Нет, просто. Да. С протянутой рукой. Ну, эпичненько сделано. Раса нищебродов. Да, блядь, затянули. Вот долго-долго было обычный Dead Space. То же самое все, что уже было 20 раз. Странно, что по Ишимуре не заставили пробежаться. Ой, блин, Ишимура. И под конец игры все-таки они просрались офигенно. И вот это вот. А этот ты куда пиздует? Вот смотри, ходит тут, гуляет, слушай, его как будто никто не трогает, да? Знаешь, никто его там не... Какого хрена? У него тут охрана же есть, ебаклаков отбитых, куча, ну, да. Просто. Так, я бомбу еще нашел, куда ее? Куда ее? Та там где-то... А, сама я, так сказать, поеду. Нормально, блин. Вон, ты дошел уже практически до нее. Ну иди ее инсталируй. Я артефакт нашел, мне не до сбора. Я вот думаю, что если бы вот мы собрали тот артефакт на корабле, где ты не соизволила подождать. Надо было раньше орать. Блять, и так за 2 минуты крикнул. За 2 минуты, конечно, 2 секунды. И бомбу еще одну тащи. Все, не спорь со мной. За бомбой метнулась, не споришь с ней. Я тебе сейчас эту бомбу, знаешь, куда кину? Давай. Да, все кину. Сейчас кину, блядь. А, лови это. Чё, в тебя не выстрелить, что ли? Что это такое? Умри, ё-моё. Охереть. А чё это он за хрень таскает в руках? Короче, меня, да, пульнул вперед, я поняла тебя. Я пульнул тебя в расход. Я тоже тебя люблю. Так чё это за артефакты инопланетные? Это вот от этой цивилизации остался? Ну, бомба. Который в начале игры, не какая-то бомба, это же ключ. Ну, ключ, блин, бомба. Ну, ключ, бомба, какая разница, да? Действительно, если она взорвет потом планету эту. Да какую она взорвет? Причем тут? Как она взорвет? Там вставлять же ее надо будет потом в какую-то там, блин, херню. Там ролик должен быть. Ну, вставлять, и откроется портал здесь, и мы полетим. Я тебе за конец игры говорю, а не за сейчас. Я уж, поверь, в концах и во вставлениях разбираюсь. Что-то ты путаешь. Ну, короче, иди давай. О, это к тебе, по-моему. О, блядь. Сука. Зачем ты в него выстрелила? Дала бы отбежать. Писец. Ой, кривая. Кривенькая, да? Все в тебя. Кривуля. Я в тебя. Да, что ты гонишь, я еще ни разу не помер вообще за супер. Господи боже, как у тебя бомбит, как ты не можешь. Чего у меня не бомбит, у меня все идеально. Да.
Ну вот смотри, как я ее отделаю сейчас. Молодец, своим оружием летальным. О, к тебе идут, слышишь, шаги. Ага. Идут прям. Прям вот если бы не было в этой игре заморозки, было бы, может быть, как-то еще сложноватенько разбираться с этими господами. Но на самом деле стазис портит только все, весь геймплей здесь, поэтому... Там сзади дверь какая-то. Ага, какой-то лифт. Давай, я как главный хакер... Блин, это не то. Что? А? Ты прикрывай сзади. Видишь, лифтер со стажем взялся за дело. Да где? Ты еще время так до хрена. А, это допик здесь еще один? Дополнительный вид. Да? Ой, ну и что, пойдем? А, кстати, вот, вот эту миссию я, кстати, не помню. А что там дальше, ты помнишь? Я не помню. Я не помню. Я помню, может, это DLC-шка какая-нибудь. Ну, идем, не идем. Давай сейчас, если вспомню что-то, то вернемся. Окей. Короче, решили выпилить бонус-миссию. За ее чрезмерную унылость. Так, подожди, мне надо... Подожди, выбрать это... А то у меня бонус-миссия стоит в этих основных, типа, надо сделать ее. А теперь, ну, опа, подождем, и наверх. Подождем. А вот это не оживет сейчас часом разве? А я... Сейчас, нет. Подожди, вот... я ему челюсть сверну заранее. Вот это нет, вот это не оживет. А ты какой-нибудь пароль от двери помнишь? Хорошо. Да ничего хорошего. Наугад будем подбирать. Отойди, отойди в сторону. Ты меня закрыл. А, посмотреть уже нельзя. Я знаю, я узнаю этот язык, это вуки. На Чубака разговаривает, ты слышишь это? Все, открыто. Да ладно, ты гонишь. Нифига ты хакер. Я. Что ты сказала ему? Я ему сказала. Там... Я люблю тебя, Пуся. Там... Пусти нас. Есть... Бедные нищие. Нет, там воин, жертва, вот это все. Зачем было записывать? Я без понятия. Крутите барабан. Диджей, включай это дерьмо. Опять полеты в нее. Да ёпчи, как же они меня бесят. Я немного сюда не зареориентируюсь. Они меня еще в первой части выморозили, эти полеты. Они их, блин, во все части решили ставить. А в какую на ту сторону там? Я же вижу, что ты не сдох, маленький ублюдок. Куда-то. Че, он там летает? Так, а куда? Куда-то вот сюда. Чего? О, о, о. Пошла ты. Мандуа. Давай отсюда по-быстрому. Сражение. О, я монолит нашел, все, я приехал. Ой! Куда я приземлилась-то тут? Че за борода тут происходит? Ау! Чего там тварь? Тебя? Говно, тебя тут блядь, любят? Собачья. Сейчас я ее сам отлюблю нахер. Ой. Подожди-ка, подожди. На, сука. Вот так вот, рукопашная атака здесь вообще просто. Просто морской котик США, ёптай, полковник Карвер нахер. Ты опять хакаешь? Хак. Да. Как? Чё там за звуки такие? Ты что-то съела? Что за... Урчи... О, все, готово, поехали. Чё, наизусть коды, что ли, запомнил? Да вот же на стене написано. А, волхащишь, понятно. Оп-оп-оп-оп-оп, чё тут, чё тут? Чё за... Ты ж вот это так похоже на очко, вот смотри, реально, на сфинктер. Это пропаганда какого-то тузла. О, чё это? О, нифига. А, это сюда, это бесконечный стазис там, или чё бывает? Или силы там? Усиляет этот говно. Усиление. О, смотри, какие они здоровые стоят, посмотри, какие. Ну да, монументально. Тому Крузу такие не снились, ёпта. Блин. Такие да, вещи. Дуры здоровые, конечно. Атмосферно, атмосферно. Тупо. Вот здесь нам давали костюм, короче, этот самый последний какой-то. Костюм для выживания, по-моему. Ой-ой-ой, тут пусики. Костюм выживания в неизвестной среде или что-то такое. Да голова так катится, катится. Ага. Я слышу, еще где-то оно смеется. Это нечто. Скрипит воздушный шарик. А вон оно, вон оно. Ай, ты маленькая пупуська. А ну-ка, оп, все.
Или нету? Что? Ничего. О, подожди-ка, надо патронов надел. Не послышишь, или кто-то вторгся? Куда вторгся? Это я бота своего разгружаю. А-а-а. Ни хрена себе, у тебя шумный. А Вольфрама хоть зажрись просто. Да? Ага. Чё не зажираешься? Там мне пока хватает. А, чёрт. Мне на аптечке не хватает. Из вольфрамов я уже айфон могу себе тут склеить. Айфон. Давай, пошли на лифте покатаю. Пошли, пошли. Сейчас только персонаж отползет от пока. Да ёб, еще стены надо, правильно. Давай, я тут. Но этот лифт побыстрее едет, хочу заметить. После тех всех. Новый, смазанный просто. А, ну да, тут как-то более цивилизация подобралась как-то. О, что это такое здесь, нихера себе. Так. О, а что это они, смотри, тут сколько у них тут совет директоров, походу, был. Совет директоров этой пирамиды. А, здесь надо эти шняги разгибать вообще, блядь. К чему это такая хренотень здесь? Шняга разгибания это. Ой, она так долго вообще так тянется, то есть мне тяжело, недолго. Да что за ёб твою мать? Моя не стоит. Даже в игре. Да ну отпусти F букву. А, о, я что-то выиграл. И что это такое? А, опять этот ананас с цифрами. Звуки. Смотри, их еще подняло откуда-то. Ага. Окаменелость их. Эффектно, эффектно, конечно. Карвер, did you see that? Yeah. What the hell just happened? Карвер, ты видал? Да это я и сделал. Все построил, всех убил. Всех заморозил и закоптил. Да, как-то, конечно, тут эпичность такая захлестывала прям, но что-то они не дожали, конечно, в этом моменте, чего-то не хватает. Смотри, у него пузико такое, как будто он, знаешь, открывается и сжирает прямо конкретно в пузико. Я думаю, он открывается, оттуда какашки падают. Это же пузико внизу. Должен же он гадить. Ёпта. О, лезут, бежим нахер отсюда. Пошли они в жопу, они будут с ними драться. Я человек мира, блин. Что за хуйня? Какого напарника мы ждем? О, я тут, я тут. Вау. О, опять же полеты. Не бодай меня, подожди. А, тут же можно как-то, о. Скорянтус и вообще отлично. Я не юзаю, а ты юзаешь, и ты от меня ни хрена не улетаешь. Вот прикол. Чё за нахер? Где воронка-то? А. Да, прилетели. Это было красиво, но недолго. Ага. Да, та еще хренотень. А вон над дверью написано. Вот нет бы тут было несколько вариантов концовок, да, связанных с расшифровкой этого языка инопланетного, раз уж были эти слова, которые я помню проходил, честно записывал, думал, пригодится. Пригодится, да, пригодилось. 20 раз. Нахуй нужен такие кодовые замки, где пароль, блядь, перед носом написан. Я слышу, тут что-то где-то квакает. Да вот, наверное, этот прибор. А, прям как сразу. Сзади. По-моему, кто-то идет сзади. Ха! Никого нету. Значит, за стенкой. Где-то там за реку. Ну да ладно. О, что это, распяли кого-то? Ну да. О, так это ж, ну, пиздюки. Так те же самые. А как? Галочки. А что это здесь? Зыркой они не трогают нас. А, мы когда в этой самой, то мы вообще такие сильные, такие сильные. Да ёб твою. Говно полное. Ай, бля, папуасы набежали. Слушай, не, у меня что-то вообще, это скорострельно. Да у меня такая же. Вообще, а я поняла, что я просто вот отыграла. Там, блин, дубасишь же как. Да пошла ты. Не, я вот этой фигней буду, ну нахер. О, нет. Да, я согласен, тут надо зажечь. Че, сука, обугленный. Против этих малявочек лучше что-то такое не сильно моментальное использовать. Да ёб, вы шо нафиг? Блять, гель не высосал.
Они как-то замерзли странно, с аурой какой-то. Так я ж... Да ёб твою мать. В этой фигне, когда ж стоишь, они как замерзли. Да сука, аж... Там что, плодят, блядь, где-то за поворотом, что ли? Где папка с мамкой, колись, твареныш? Не глянь. Да ёб твою мать. И каждый раз таким, с таким музыкальным этим аккордом они выбегают. Каждый раз, как первый раз, блядь. Нам куда-то. Куда-то вот сюда-то. Чё за хуйня? Ой, сзади, ой, сзади. Ой, нехорошо. Прикольно, что даже инопланетосы пользовались. Да ёб твою же налево. Подождите, мужчина. Вон. Где? Охеренно. Вон, вон, сверху там. Вон он. Да стазис. Сейчас я его разделаю. А? Ты думал, он не сдох? До свидания. Глянь. Мой молот сдох. Джедайский. Он уже сдох, но мы его продолжаем канителить. Я дверь нашел, давай. Ты хакер взломовый. Что за хрень? Почему-то даже текстуры нету. Там что, какая-то вечная пустота, как будто за этими треугольными хренями. Интересные двери такие. А, вот самый момент такой вообще. Моментище. Вот здесь надо, короче, перевод знать, по-моему. А. Лютое говно, конечно. Бегать туда-сюда. Да, ёп. Да, особенно да. Классно вот по вот этим вот... возвышенности. О. Ты ему кинул, чтобы он в апки поймал. Лови, а-а-а. Лови, дружок. Закрепить хотел для потомков. О, а. Давай. Чё давать-то? А чё оно? Чё это такое? А, наверное, что-то включить надо. Оно говорит тебе, воин там или жертва. Вот здесь перевод надо знать этой херни. Так. Где-то должно, чтобы оно... Да, здесь в центре, по-моему, один единый компьютер стоит. А где он? В той стороне, наверное, где-то. А вон там он светится что-то. А вот он, вот он, внизу. Да нет такого звука, как будто сердце бьется. Не было, точнее. До свидания. Это, наверное, твое получится. Ни хрена себе. Заячье это... сердце. Монстр. Да ё. А, есть, да, слышу такое. Что-то бахает. Очень быстро, да, что-то. Когда там стоишь особенно. Пошли к тем дверям. Чё это нахрена? А. Тут завален. Я что-то помню, что надо три двери активировать где-то рядом стоящие. В эту? Нам вообще куда-то туда? Мы из той вышли. Мы из этой вышли, где ты стоишь. А, всё, блин. Что-то я совсем уже того. Это ты стазис что-то скушал? Что-то подергивается. Это что там, кто блюет? Уже никто. Да нет. А, вот еще гость. А он идет, товарищ. И там еще одно. Ну что ты там открыл? Humans, fuck, да. На полу что-то написано. Получилось, да. Это пальцем, блядь, нарисовал. Не, ну двери, конечно, прикольно сделаны. Это единственное, что прикольно на этом инопланетном корабле сделано. Mm-hmm. Я не понимаю, почему инопланетный корабль каменный? Ну ничего, реально думаю, что каменный корабль летать может? Материал такой солидный, знаешь. Ну, материал обелиска, наверное. Да, конечно, из обелисков корабль сделан. Материал какой-то...
Они а, это раса все, все из камня делала. Им тогда место вселенной Флинстоунов, там камни ценились. Ай-яй. Вот дворняга, ёб твою мать. Это что за говно еще ползает? Вышел такой, слышишь? Да, ёб. До свидания. Слушай, тут вообще такая концентрация, большое такое количество обоев. Офигеть, сквозь него пролетел этот самый снаряд. Я офигею просто. Вообще супер. Блять, я в него металлолом бросил. А-о. Получи в башку. Да ёп! Ты тормержер. Да ё! Ёб твою мать. Слушай, вообще тут. Да. Вы заканчиваться собираетесь или нет? Я разряжен. Да ёб твою мать. Все подряд уже беру и кидаю в него просто. Да вообще обалдевший. Бля, бля. Все, отчалил. Да. В лучшие миры. Столько топоров тут от них осталось, или что это такое? И это не поднять, главное. Я все время пытался бросить в них что-то. Вот один можно. А нет, все, уже не... А, вот, да, один. Избранная секира какая-то, бля. Да. Они под конец игры не придумали ничего умнее, кроме как сделать вообще до хера врагов одних и тех же. Просто вот всю игру встречаешь, и здесь то же самое, только их много, вообще очень много. Ой, иди открывает, хренатень. Иду. Кто, главное, открыл эти двери первый и оставил остальным послание, как открывать это говно? Не в iPad себе куда-нибудь написал, а на полу причем. Все? Да. Блин, там дорога такая, вообще ничего нет. Кругами типа бегать, наверное, предполагалось. О! Бум, 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 бум. О, очередное место старта, да? Погась. Крутотень просто вообще. Так я вот, все-таки эта раса нам враждебная или нет? Вот именно вот эти вот. Да, именно большие? Вот эти говнюки, которые, блядь, выпустили на волю свой ссаный. Ссаный сраный обелиск на мразь. Да я не думаю, если бы их не трогали и они взяли этот обелиск бы не создали, думаю, вообще все чудненько было бы просто. А кто их трогал? Ну, эти ж на планету прилетели в первой части ископаемые искать. А, ну так они, ну, вот. Обелиск и... откопали. Да, откопали, в итоге они вот эти ж мутировали, мозги заплыли, в общем, какой-то непонятный. Да, но изначально-то это раса добрых или захватчиков? Ну, мне кажется, что на обычных нормальных. Значит, у них нормально, они вон нас убить пытаются. Да? Ну так это мутанты, они те, которые были именно, которые создали, ну, самые обелиск. Которые правильно? Оживают, только не скажешь, что мутанты. Ну, они не некроморфы, как бы. Сам же видишь, что им в голову такая фигня ползучая вылезает, или что там. Или обелиск их облучает, и все, это обучение, они с ума сходят все. Ответ на эту тайну мы узнаем в четвертом. Где этот? Сзади. Где я слышу? Может они с потолка откуда-то ползут, я фиг знает. Вот, блядь. Ты меня ударил, да? Дерьмо какое-то. Меня кто-то в воздух подкинул, а даже не понял, кто это был. Этот, курочка. Ку-ку. Зря, блядь. Ага. Сзади, что ли, напала мразь? Да.
Вон она там. Бежала. На реакцию, блин. Как запомнишь, на Денди вот это была игра про уточек там, пистолеты стрелять в телевизор или про это. Ковбоев там, бог там, хреначить. То же самое и тут. Выглянула, успел долбануть голову. Хорошо, не успел, но, ну так, не очень. Хоть раз бы на лифте какое-нибудь говно приехало. Кстати, тут вон это влагалище пердячее, блин. Эти звуки, блин. Фу, да, блин, что-то... Что-то тут концентрация врагов. Ой, ой, ну все, это, вот наверное, это... центр корабля просто. А, ну, вот так... они, у обелиск, да, обелиск обняли все толпой. Ну, типа. Стали едиными. Обнимашки. Было бы прикольно, если бы надо было, знаешь, из-под трупов откопать из инопланетных обелиск, центральный главный его уничтожить. Mm. Глянь, видишь, он черепа там крутятся, такие вот тела, куски тел, типа вон. Верхняя часть. Ну вот, головы, видишь? Вот где вот это вот вижу, да. Основание головы, там вот три штуки. А, странная какая-то херня. Используйте ее. Тут под конец решили бомбануть головоломы, да? Агайс. Вау, вау, господи, божечки. Большого члена нечего бояться. Это что такое было? И что, было? Ты сдохла? Об что я... Хороший я... вопрос. Твою, об твою голову, что ли? Ты из гранатомета попыталась бахнуть, да? Ну, а первый раз бахнула, то все так же, все нормально было. Короче, я хрен знаю. Короче, верти. Достаньте члены тому, кто умеет с ними обращаться. Блять, заразная хуйня у нас. Да ёб твою мать, да заморозь ты его, кривой, блядь, мудофил, сука, не доделать. Ты же, блядь, они вообще, ничего. Ничего, что я как бы стреляю, блядь. Когда она порвётся тоже. Да вы чё, блин, вообще чел? Пошёл. Да я только личканулась, да коза тупая. Ну не курите себя. Слышишь, ты вертишь эти хуйни-муйни, тут на время, по-моему. Какое время? Или они волнами? Они волнами, блядь. Нам не надо, чтобы туда продвигаться. Чё, не двигаемся? Двигаемся. То есть не надо их убивать, да, надо идти. Ну так я иду и бью их. Так тебя в спину бьют. Вот это классно вообще-то. Вообще владеешь гранатометом на уровне спецназовца, всегда хотел сказать. Вот просто вот с гранатометом ты прям нечто прям вообще. Спасибо. Не слышу бурных аплодисментов. Спасибо. Я тоже так умею. Владеешь! У-ху! Это оружие задолбало, я его перепутал. Могу, учусь вообще просто. Вообще просто, муа! Ты куда кинул ее? Да хрен тебе, не ящик не заслужила. Давай, блин. О! Кручу хочу, запутать хочу! Я же оторвал лапу, блядь, почему ее не бросить на него? Ю-ху-ху! Да-са, ёп! Ой, падай туда, слушай их. Блёха. По-моему, самое классное это их скидывать тупо вниз. Они, конечно, не цепляются еще там ни за что-то. Ни за что-то не цепляются. Да ну, да ёб твою. Давай, режь его нахуй. Ёб твою мать. Так обздец. Ай, блядь, сука, джойстик вырубился. Супер. Да, слушай, я поняла, короче, ты когда рядом стоишь, ты нельзя, в общем. Да вообще не стреляй из него. Стоямба, ничего не делай, стой. Все, идем. Да. Смени пушку на ту, где у тебя нет нахуй подствольника.
Надо было нам встать на разные платформы и одновременно две разных повернуть, не кажется? Ну, можно было как вариант. Как вариант для умных. Ой, не льсти себе. Да чё ж, льстить-то очевидно же. Я мозг современности. Да-да. Да задолбал. Да ёб твою мать, что стазис-то теперь кончился, что ли? Что-то не вру. Есть что-нибудь, что у меня не заканчивается в ненужный момент? О, отлично. Ублюдки. Да идите в бас. Наконец-то. Что это было? Я не знаю. А кто знает? Я не знаю. Ну ладно. Да, может, сложность настройку понизить можно? Да, я не знаю. Я не... Подожди нахрен, ничего не трогай. А ничего я не трогаю. Что вертеть надо? Вот ту. Вон там стоит она. Вижу. Давай, поехали. Крутим, крутим, крутим. Крутите барабан. Ёбаный в рот. Что там произошло? Гармон не дали, блядь. Я не докрутил, по-моему, нихера. Да ебись ты конями, блядь, да сколько вас тут нахер? Да ёб твою, блядь, муха! Пошёл. Почему лапки не отстреливаются? Давай. Та-дам! Ура! Варя. Да бессовестная ты скотина. Наконец-то. Наконец-то шел. Заебала эта хуйня меня. Супер просто. Полечилась, блин. Понятно. Уровень божественности. Понятно. Божен, просто. А и на легком уровне сложности полное дерьмо, блин. И на среднем полное дерьмо, и на высоком полная задница. Сколько всего тут этих панелей? Две. Подожди, сейчас елду сначала убей, потом вертеть будем. Говно. Все, я свою уже порвал нахер. Моя какая-то слишком жилищая была. Не, от огнемета хорошо ложатся. Вертим, давай. Ну и все, хватит или что? Что должно быть-то? О, ёб твою мать. Да ядрись ты, провались. Лишь бы сзади не нападали. Да ну скинь ты его вниз, придурок. От меня куда-то в другую сторону решил бежать, да? Подожди. Ёб твою мать, еще вырос. Пара-парам-пум-парам. Капец. А чё ж ты эту-то не крутанул? Крутанул? Я эту и крутанул, больше ничего не крутил. Ну так надо ж так крутануть было, чтобы оно... Сейчас тебя членом по башке-то как даст? Он уже вон изогнулся, уже готов. Ты стреляй, потом покрутишь свои хрени. Слышишь, ты вообще в толпе народу стоишь. Я рада. Да ё-моё! Нет, надо все глянуть, короче, куда крутить надо, а потом уже брать и крутить. Потому что это фигня, блин, мы так вздыхаем просто на ура.
Значит, куда крутить? Куда крутить? Надо, чтобы все лучи были включены. Куда крутить? Ну так. Ну вот, так вот, я вот и думаю, надо как включить. Его сюда. У меня патроны кончились. Вот, вот больших не хватает. Станок тут далеко? Да, внизу. Может, у меня патронов не хватает на этот уровень тупо. Тут какие-то комбинации надо из них собирать, что ли? Блять. Ты можешь убить его, этого урода, блять, последнего? С которым я в рукопашной уже минут пять дерусь, рядом с тобой стою. Я к тебе задом повернута. А, вообще-то. И звук выключен, да? Звук не выключен. Подожди, ничего не трогай. Чего он выключился? Ага. Угу. Чё за хуйня? Подожди. Ну так заебись светит. А вот та фигня, на что делать. Мне бы увидеть. Ага. Ну? Ну давай. Что давать-то? Тут всего две панели, я как понимаю, ну, да? Ну иди на ту вторую. С которых можно крутить. И что сделать-то надо? Вот эту вот крутанешь, которая будет ближе к тебе. Вот. Я на равном удалении, а... А хотя пози нет, не крути ее. Вообще ее не трогай. Пока что. Ну и чё, все нормально. Это фигня, надо что-то не щупать соединение. Ой, я... да блять. А. Заберись ты, ёптель. Хватит нахрен с гранатомета под ноги стрелять. У тебя же там кожух, по-моему, защитный на нем стоял, нет? И когда у меня кожуха там не стояла? У тебя же вольфрама теперь жопой ешь, как ты выразился. Могла бы сделать. Ну ты что, такой умный? Вообще. Пипец. Ну. Как тебя только такого умного, блин, земля носила. Крути ту дурню, которая возникла. Да, 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 конечно. А, понятно. Сейчас, да, уже обкрутился. Да какого фига, ну... Настя вписалась в битву, блядь. Видишь, ты перед моим местом. Ой, ты, я, знаешь, ты иди это... Иди туда, на ту платформу. Это такая, знаешь, короче, которая по деревьям лазит. Вот если гранату дать, она безопаснее будет. Спасибо большое, обожаю тебя. Ты туда пошел? Да, я пошел ресурсы пособирать. Давай туда, Маш! Чё торопиться? Ну ладно, и стой там. Дай хоть член-то убить. Да ёбаный брут. Всё. Молодец. Да. У тебя все враги, что ли? Нихера он меня пиздить прибежал с другого конца вообще. Давай одну осталось повернуть.
все? Ой, я не там сейчас. Ну, я тебя дичканул или что? Нет, подними меня. Ну так что надо-то? Ну к этой идти. Кому? Я же сделал твою мать. Еще раз поверни меня. О! Да ладно, что мы это сделали? Да ёб твою мать, что же он не сдох там? Да, ну лес. Ой, блядь! Что такое? Да ничего, ну сзади они повсюду. Бежит нахер, у меня заморозки нет, ничего нет, блядь. Все кончилось, жопа этот уровень, блядь. Вот он, блядь, про этот я вспомнил. Пошел он нахер, блядь. Че, нам не вниз, что ли? Господи, убейте уже нас нахуй быстрее в конце, блядь. Дайте титры. Это что за... Титры. Сейчас бой с последним боссом из патронов. Все больше становится, капец. Сердце машины. Это машина? Обелиск машина? А, у них машина, чтобы сдерживать обелиск, да? Слушай, пошли отсюда, ну там паузет уже. Чупакабра. О, подожди-ка, дай-ка ему, блядь, последний, сука, приветище. Где эта мразь? Ой, это что там, ресурсы вообще-то лежат повсюду. А эти все исчезли. Козлых. А, это лампочки. Тьфу ты, блядь, замануха какая, пошли отсюда. А вот если бы мы в том квесте убили вот этих регенераторов, нам бы дали броню последнюю, было бы намного проще. Мы их разве не убили? Нет, мы сбежали. Квакает. Пусть нахуй хоть обквакает. И тут что-то такое. Это влагалище, это ссаное. Фу. А у меня нету бота с собой ни одного. Ты чё? Я спонсирую лечение. Да, я вижу. Я прям вообще... Ой. Капец, меня аж это, аж в пяточках стрельнуло. Вдруг чекпоинт там, да? Да ну ты всё. А чё мы не ходим? I should be able to return to the first activation point to enter the final setting. What happens then? Hey, I work on spaceships, not alien machines, right? А я опять туда в начало. Полетушки. Да. Вот это туда, назад, ага. Обратно. К тем членам, да, которым там поднимали. Зачем можно вот эти херовины отстреливать? Это лучше, по-моему, вообще не трогать. Нахуй там. Все, суки, получат у меня. Чё, твари, блядь, расплодились тут мрази без меня, а? Надо было тебя позвать, чтобы они с тобой именно плодились, да? Ну, окей. Фу. Я уже как бронедит. Сохранение. Не ебёт мне это сохранение. Где финал, блядь? Я не верю сохранениям больше. Все сохранились на ёбка. Пишут сохранение, а потом начинаешь, блядь, на 20 минут сзади. На один артефакт. Мне интересно, а чё хоть... Как выглядят эти артефакты? Чё там хоть нарисовано или нет? Значок такой Федерации Космической. Я думала, фигурка какая-то. Нет. Ты ж собирала, ты чё, не видела, чё брала? Мне вообще какой-то текстовый документ она показывала. Слышь, мы станок-то не прошли. Вон он там дальше будет впереди. Там в конце в той комнате. Что такое, мышка опять? Даник что, еще не сдох, что ли? Он сдохнет прямо аж в конце. Сука. Там станок дальше. Должен быть. Да, идти нам куда?
Идти нам в дверь другую, с которой мы пришли сюда. Ёбнуться можно. Чё хоть изменилось-то, что мы тут включили-то за говно? Я не знаю, сердце там включили прям что-то. Модификаторы оружия, чертежи. Вот уж это всё прям мне сейчас вот надо. Да, птичек вообще. Попа. Это да. Одна, ёпта. О, стазисных батарей сейчас себе зато нахерячу. Ух, ёб твою мать, да. 20 штук, сука. Чтобы они еще хоть раз у меня кончились, мрази. Да, блядь. Обожаю, когда в конце начинают заставлять ходить по одним и тем же местам. Вот здесь. Концовку, конечно, здесь затянули просто вообще. Резинка от трусов так не тянется, как эта концовка, блядь. Вылин изолейшнс такая же была. Два раза было похоже, что все конец нахер там. А все еще не конец. Сейчас же они должны повставать. Вот они. Я помню, что они вставать должны. Я помню, такие большие должны быть. Да, оглобли такие на камни похожи. Эти платформы, конечно, усиливающие. Вот они. Что там? Розетта. Ебаная. Тварь нахуй. Ёб твою мать. Да пошла ты. О, я рад. Да супер. Подожди. Я ее убил. Нихера себе. Чё возле тебя тут творится? Дети меня любят. Отличная помощь. Да ёб твою ж налево. Да ну нахуй, а. Да где ты, господи? Не кажется, что надо рашнуть было здесь просто? Ой, мама дорогая. Первого заморозить и оббежать его нахрен с ними драться. Ну ты вперед меня убежал, не подождал. Ну, да, не подождал. И пропил вот результат. Поломал лицо мне, гад. Чё, ты идешь? Иду. Все, морозим его и съебываем нахрен отсюда. Так что лагает. Да, вот тоже морозим. А где выход-то отсюда? Пошли сюда. Ставим. Да, мы правильно пришли. Открывай, Маруся, двери. Ну, пошли. Ах ты ублюдок мелкий. Класс, двери закрылись, а для них типа проход все. Слышишь звуки такие? Непонятно что. Да, я не знаю, что за птичек тут делать. Летим так нормально. Там что-то в концовке, по-моему, светится такое. Мне кажется. И мимо кассы. Хуяк. Об штангу в какую-нибудь типа, косяк мне с разлету. Ой. Во-во-во. Вот я помню, да. Пиздюк, а? А ты чё пиздюк? Не, пиздюк, я с тобой разговаривал. Ой. А, розета срёт пупсиками? Походу. Нервный. Да ну нахуй! Ёбаный мой. Дама такая вообще. Как она рассыпалась. Слушай, может пойдем, а на лифт? А наверх надо? Да. Трогай нахер. Все, и убежал, главное. Видел, как он повернул и обратно пошел куда-то. Человек все свои норы поныкали. Вот мрази. Ну, чтобы их сверху не отстреливали, наверное, с лифта здесь. Умельцы-то наши. Агась. Ну и че? А вот теперь вот так вот, как на второй картинке. Надо делать. Тик. А, да вот и все. А, нет, чё? Эти тоже надо опустить надо. Да ёб. Ничего ты не понимаешь в оформлении интерьера. О. И теперь мы что? Подожди. А что нам мешало сразу, как на второй сделать? Я снова что-то выиграл.
Что, блядь? Ну третий раз туда полетим, что ли? А, снег пошел. Да уже перхоть, блядь, пошла. Со снегом. Ой, блин. Нас, наверное, куда-то назад сейчас откинет. Я без понятия просто куда. Ну и чё мне пока. А. Даник полетел. О, чё мы. Чё? О, ну мы понятно, короче. Мы калечные, в общем. А у нас нету транспорта, так бы мы могли просто на транспорте добраться, как нормальные цивилизованные люди. Но нет, мы все пешкодралом делаем, ну как последний. А, ну ты сам понял, кто. Вот. Крики души твои доставляют. Блять, бежим. Пошли, я даже назад не оглядываю, все, ёпки. Заметь, каждый сам за себя. Подохают почему-то именно меня. Ну, бля, кто? Эти сюда не идут. Чью жопу ноги медленнее носят, тот огребает. Угу. Там точно сюда? Не знаю. Мы ж тут были уже. О, да, да, вот, все, орёт, значит, туда. Я сбежал через туннель и достал. Или что за брачные игры пискариков? Вот это мне так нравится, туда-обратно, из принципа этой игры, просто туда-обратно, туда-обратно. Да, слушай, это кошечки, глянь, я только сейчас заметил, что это окна. Он окна, а он зыркой. Наверх подними голову, зыркой, окна большие. Там нас ждут уже. А я чувствую. Я думаю, их там очень много за дверью. Просто я думаю, они очень недовольны, что мы ушли в прошлый раз. Да дайте отойти-то, господи. О, что это было? Да и закрывается, я тебя закроюсь нахер. Ага. А, так это солдафня. Okay. Опа, а вот это не солдафня. Бежим. Пошли. Опа, опа, опа. Нифига себе сквозь. Прям, блин, вообще мафиози. Ой, да, я мафиози. Офигеть, а кто меня выстрелил? Этот на них нападал, надо было его оставить. Туда, а туда. Да, туда, туда. На тебе. Аптечка есть? Блять, открывай, открывай это говно. Давай быстрее! Вот, вот это говно, где надо вводить эти слова. Я ж помню, что здесь в этой комнате что-то какая-то херня. Три дырки, три статуи, три обозначения. Вот, обозначение. Здесь надо правильное слово ввести. Жертва, по-моему. Ты помнишь, как оно? Нет. Ну, как бы сверху писано. Ну, я думаю, что здесь без разницы, на самом деле. Пиши, что написано в среднюю ячейку. А, вот, смотри. А, здесь надо вставить, короче. Вот, ой, видишь, вот эти вот хуёвины. Ой. А чё она встала? Она сама на место встала. Ну, потому что ты сильно дёрнул её. Да ничего не трогал. Отдай! О, всё, я высунул её. Слышишь, тут ещё бегут. А я сейчас крякну, я сейчас крякну. А другие там, в других разных концах. Именно. Граната, граната, граната. Отправляйся в ванну с обезьяней, тварь. Капец, вот не было, а появились так резко причем. Да. Прям разбежались по всей этой самой. По всему. Что, кто, где? Не знаю, не знаю. Вон, сзади. Суки. Лети. Ты вытащила эту херню, да? Да. Да надо до станка дойти, может у меня на аптечку хоть есть. Я слышу, квакает какое-то мерзопакостное нечто. А, это за дверью там. Ай, блядь. Подними меня. Раненый в жопу. На, лови. Да, блин, ты мне не даешь выстрелить с гранатомета. Башку разорвало от такой температуры. Господи. Пожалуйста, дайте геля стоматического. О боже, есть. На один. Ого. О, на три средних. О. Три средних наше все. Офигеть. Буржуйство, да? Ца.
Щедры они так, слушай, вообще. Лети. Это их выдергивает. Что? Подожди, видишь, тут на них что-то, на их этих лежанках что-то написано, надо поднять, кто из них был воин, кто из них был жертва, кто из них был... Да они, блядь, одинаковые все, тараканы засушены. Давай вставляй как-нибудь. Что за звуки? Это за дверью. А что, музыка играет? Потому что они за дверью, а мы рядом. Сейчас я построю баррикаду здесь. О, что-то написала. Как у центрального? Да, как у центрального. Обосраться и что? Куда-то туда теперь. О! Нихера себе. А вот мы в машинке. Эпифна, эпифна, осень эпифненько. Вафе, бля, во. Вот это дура. Глянь, у нее даже одежда была, походу. Или это просто постекало может, нечто? Крылья, может. Может, крылья. Кишлак такой. Капец. Ой, опять куда-то. Неведанный зад. Кто-то здесь уже был, раз установил все. Агась. И кто тут лазил, интересно? Mm-hmm. Айзек в прошлой жизни? А может быть, Карвер? О, ой, тут это горящее. А, да, в натуре. Фигня. Блять. Ля-ля-ля, что делает? А как же от нее сваливать? А, я понял. Да господи, почему я такой медленный? Ой. Что делаешь, ау? Ау! Горит, горит, горит! Ай-ай-ай-ай-ай-ай, больно! Ай, попа, больно! Ну давай, давай, крутись! Что-то рано мы ее заморозили, я думаю. Но она хоть не ваншотит эта фигня. Это радует. Это странно, я бы сказал. Вот ты вообще курочка рябая, офигеть. Офигеть. Не шевели там... жопой. Да шевелю. А нет, блять, опять. Только не моя птичка, сука, нет, чем лечиться уже. Тебя третий раз уже сожгло, что ли? Второй. Че ты не уворачиваешься? Ты как трамвай, да? Только вперед. Блин, слышь, уворачивалась же. Посмотришь на записи, если захочешь. Если А чё не вернулась? Запоздалая реакция. Блин, ну смотреть надо было, господи. Чё я буду? Каждый свой шаг, блин, озвучивать. Я увернулась. Я прыгнула, я присела, я выстрелила. Ой, это же так интересно, блин. Ох уж эти месики. Ой. Как она тут, блядь, оказалась, я не понимаю. Голая вся подкачка. Мы тут столько дверей открыли инопланетных. Без скафандра, бедолага. Как она инеем не покрылась вообще. Ну мы же не в открытом космосе, тут топят, наверное. Теми засушенными здоровыми дурами. Кинули в печку. На дрова их забрали. И что это мы ему дали? Кодекс неправильный, что ли? Не, обелиск он или большую дуру сейчас оживет. Все. Разбомби. Ой, бля. Фу. Царь-пилотка, бля. Ага. Конец тьмы, да начнется его. Как можно верить, да что начнется экзекуция. Космическое пиздалище может быть чем-то хорошим. Этого эволюционутого, блин, по-моему, должны были. А, все нормально. Так это даже не разум Роя, что это вообще такое? Все что-то непонятное. Он сейчас чмоки-чмоки. Это вагина Роя, наверное. Ага.
Наконец-то мы закончим эту игру, я смогу выложить свой офигительнейший трейлер концовки данной игры. Такая заключительнейшая, жирнейшая точка, такой прям... А я еще DLC-шку допилю. Мое сердце больше нет страха. Беги, Элли, беги. Я любил тебя всегда. Было бы странно, если после первых двух частей он что-то боялся. О, дал ей себе половинку селфи. Кидай палку по-быстрому. Дай быструю палку. Палку скорострелку. Бля, да пиздуй отсюда уже, ёб твою мать. Да. Я сейчас головой такой об свой этот компьютер нагрудный так пендек и все, чтоб не мучился. Что надо сейчас прыгать, надо будет летать или что? А я пес его знает. Никогда не понимал суть замеса третьей части. Кто ты что? Это я не тебе сейчас. Вот первые две части все понятно, третью выпустили, блять, хуйня какая-то. И аптек нету, кстати. Вообще никаких. Будешь ко мне жопой прижиматься, когда я лечиться буду собираться. А, хорошо. У меня же это... массовый медик. Можешь меня подождать, кстати? Ты что, далеко? Да. А. Жалко, что тут нету, знаешь, как в этих в гонках зеркало заднего вида. Так, хоп, вот переключил. Наше время. Агась. Концовка такая в стиле, не знаю, метро 2033, блин. Чё бежишь, куда бежишь, какие-то. Вау. По-моему, сейчас будут вылазить со всех сторон, их надо будет так. Пы не убежал. Почему ты бежишь быстрее, не понимаю? Я не чё, знаю. Я shift, что ли, не так. Наверное, я просто вниз. Я скатываюсь быстрее из-за количества веса, который в моих. О. Моих. В моих, ну этих самых. Подкожных слоях. О. Все, аптечки нету, и жопа. И летает в воздухе. Я думаю, потому что их надо убивать. Ох, там. А куда? А, класс. Одна... Опа! Вот это нахуй пошла, давай бежим. Там а закрыто, мы не пройдем. Ёбаный жоп. Или пройдем. Вот тебе пройдем. Давай. Ёб твою ж нахуй, да? Вот теперь у меня аптечек нема. Отлично. Дуй. Вижу, что 20 раз сзади некроморф. Да ёб твою ж мать. Мелкий этот шоколадный ублюдок. Да очень херово, конечно, что аптечек нема. Ой, блядь. Какая хуйня. Просто. Это концовка, блядь. Да пиздец, ну почему по умолчанию оружие меняют? Ёб твою мать, а, пидорасы эти, блядь. Пошёл нахер. Сзади. Было. Как бы розету запинать эту сану, да? Да как здесь? Вон она вышла, слышишь? Все, подохла. Мразота. Подожди. О боже. Вот что, огнемет очень быстрый хлоп. Подожди, где еще? Кто еще? Елки-палки. Надо отбиваться, убежать не дают они. Все продумали, ублюдки.
А я еще спрашивал, нахрена тут нужна эта заморозка? Ну да. Ну, собственно, мы летим? Ну да. Подождать же надо. Пока ботинки зарядятся. Что? Ой, я все равно ничего не слышу. Ай, камень. Офигеть, вот, вот классно так, когда отвлекают. Кто еще это мог быть? Конечно же я, пара-пара-пам, хоп, благо, что тут быстро, близко, вообще красавцы, сохранение. Сколько это будет, часовая серия, чекпоинт, знаешь, чекпоинт близко-близко стоит, стоит моя пиписка. Сначала пфыкнула, потом проанализировала, да? О. Пошла нахуй, шлюха. Наплодила свои тут яйца, блядь, мразь. Маму делал, блядь. Опа, еще лапой хотел мне ухерачить. Ты посмотри, какое говно, а? Агас. Каким хреном мы летим с ней воевать вообще? О, странно, что ты не зафармила эту фиговину. Сейчас где-то здесь будет последний станок. Перед хула-хулой. Хула-хулой. Так что предлагаю собрать эти ящики. Бам, блин. Ничего не улетело в космос? Не. Потом я предлагаю полететь догнать. Где очки? Сзади. Сзади. Нет, нет. Вот. Каждый моб это минус аптечка. Та-да. Где? А, вон. Стоять. Бояться. Опа. Да давай перезарядку. Да ёб твою жену. Да уйди, блядь. Каждым оружием можно только одного врага, по-моему. Одновременно. Сзади, сзади, сзади. Да заколебал вообще, блядь. Ёб твою мать! Это что такое было? А, тут на время надо, наверное. А что это такое? Сардельку эту убить надо. Офигеть. Я, блин, аж это... Аж обалдело. Ёбнулся, ну и блять. Градус накала, блять, в моей жопе уже. Просто не знаю, самурайский меч в моем очке можно отбить, блядь. Хатори Ханза там таких литератур не, блядь, если не видел еще. Ну, блядь, не снились еще такие доменные печи, блядь, которые сейчас в моей жопе полыхают, блядь. Я сейчас заплачу, я заплачу, надо. Слышишь, надо этот, блядь, елдак этот нахер как-то сносить. Сносись. Йо-йо-йо-йо-йо-йо. Да где тут хоть чья-то рука, нога или какой-то... Ой, пошёл ты на... Сзади, сзади. Кто сзади? Кто-то, я хуй его знает. Да ё... А чё это такое? А что меня убивает? Да время, говорю, надо убивать этот... блядь, елду и дальше бежать здесь. А тебя тоже переполовинило, или это меня, да, тут, как избранный? Нас догоняет смерч. Пошел нахер. Пошел нахер. Да ёб твою нахуй, иди в натуре, пидарас, блядь. Пошел нахер. Я его заморозил, все равно у меня двойку, блядь. Из дробовика надо, чтобы одно вот такое черное место сдохло. Да, да, да. При том, что у нас дробовики-то прокачаны до самой жопы, блядь. А сколько надо, чтобы это, блядь, елда, это вот эта тентакля умерла?
Давай перезаряжайся, господи. Я с огнеметом не успеваю тебя отгонять даже. Пошли нахуй. Все, мы сдох. Если с пацанами разобраться поможет, будет вообще жить. Как я? Съебаем, съебаем, съебаем. Хорошо, ты знаешь, что что-то... Блин. Чё за хуйня? Что-то было. Не знаю, что-то было. То, что тут хотя бы, когда бежишь, спринтуешь, можно перезаряжаться на ходу. А то некоторые игры такое не подпадают. Бейсба, например, ребята. Агайс. Там даже... Да и в шестую только шагом, по-моему, ходит. Пятый с шагом, когда стреляют. А, пятый вообще не ходит. Это вообще не ходит. Там еще эволюция не дошла, да. Эволюции в геймплее не случилось. А, подожди, какое-то дополнение же было для пятой резьбы, включало ходьбу во время стрельбы, по-моему. Я не понял. Но мы без него проходили. Да. Да уж шатайся ты! Просто одна сплошная такая эмоция. Давай эмоция. Бля, еще плюется. Что, у меня аптечек нет. Ой. Не видно ни хрена. Ну что, все шатается, как будто мы, блин, я не знаю, там напились. Это UFC, мы на корабле. Savaregion Colonial Armed Forces. На военном корабле, как я понимаю. Что он здесь делает? Офигеть. Классно, да? Я не могу за тебя сделать ни одну аптечку. Нахер такие игровые системы, блин. А, блядь. Тупо бомж. Да, твою мать, да. Самотгелю! Гардероб. Тут можно что-то продать же, разобрать? А если я в гардеробе что-то прокачаю, мне дадут? Я не знаю, там, хоть немножко, там, вот, например, вот я здоровье, да? Угу, хер там. Хорошо. А что это такое? А, броня. Тебе еще надо стазисов или патронов? Не. Валов вольфрамовых, нет? Валов, да. Валы вообще. Чё у тебя с жизнями-то хоть? Вообще жопа. Не, у тебя нормально. А чё? У меня жопа, жопецкая. Я полечкалась, что ли? Да. Да, я кота выпущу. Дай ему порылу уже. Ой, подожди. Что у тебя? Сейчас папа в Версаче-то оденется. Вот, костюм для выживания в агрессивной среде дают за артефакты, а элитный костюм просто в конце игры дают. Видишь, он робот какой вышел мощный. Терминатор с красными жизнями, мать его. А, как тут улучшить X? А, во. А, отлично. Стазис кинуть, стазис. Длительность. О, надо стазисы было прокачать давно. Все, ты полетелся. Да? Да. Это я стазис прокачал, прикинь. Стазис только? Да. Капец. Улучшайзинг, походу, хиляет. Поблажечка такая мощнецкая. Че, будешь тут... костюм искать на улице? Да. Смотри, какой у меня просто строгий шлем такой вообще. Как он там, элитный? Элитный костюм. Ой, наконец-то у меня хоть шлем будет человеческий какой-то. Сейчас посмотрим, что за шнягу тебе там дадут еще. Дядя красненько. Мы поменялись, короче. Один в один, короче. Просто цветом поменялись, то есть. Вау, я так еще приблизила. Да, все, давай, молодец, выходи нафиг. Что у тебя за шлем, когда я посмотрю? Такой же, как у тебя вот тут был. Splinter Cell Security. А у меня как у тебя вот, у тебя щелочки такие были? Нет. У тебя такие, знаешь, насупленные брови. Хочешь всех убить. Хмурый такой, да. А вот костюм для выживания в агрессивной среде, он такой пиксельный. И у Карвера он белого цвета. А, у Эзика желтый какой-то. Супер. Отлично. Еще и костюм, слышишь, искрит. Каратик малеха.
Сейчас еще током шандарахнуло. Шлемы сейчас сломаются. Было бы вообще четненько, знаешь, так током шандарахнуло все и закончилось чудное путешествие. Это финал фильма «День независимости». Мы летим. Самое. Айрон Мэн, сука, Тони Старк летит карать инопланетян. Ой, меня спизданет сейчас, похоже. Нет, смотри, промазал. Ты вообще из экрана пропал у меня. Ага. Ой, отлично. Я даже не понял, а куда уворачиваться надо было? Там надо было сквозь эту антенну. Она просто мне во весь экран прилетела. Блять. Лифт. Охеренный лифт. Давай, ты отпускайся, полетели. Да ёбаный ты. И не скипается, да? О, боже. Двухчасовая серия Dead Space. Как это круто. Вообще, подожди, еще ж надо эту кобылу убить. Ей там в глаза что-то потыкать. Тыкалкой. Агись. О, какие полеты выгоды. Опять на парашюте. Это опять. О, на обелиске эти зеленые летают. Вниз надо или что? Нет, хуй. Как ты не померла, я не знаю. Она типа сейчас все всасывает, что ли, эта баба? Да. Чего-то не похоже. Ой, инопланетяне там летают. Все, блин, разобрали подчистую. О, вот наша арена, да, летит. Ага. И все, и да. Ни хрена себе, это там, по-моему, коленки просто должны были, не знаю, взад кулак. Глаз Саурона, смотри. Да, даже... Глаз еблана Саурона. А, нет, это все не лягушка. Ха-ха-ха. Тупой брат Саурона. Похоже, знаешь, на арену, когда надо было какой-то там второй части с бабой драться. Да, это похоже на финал Evil Within вообще. А, ну или так. Дайте тогда нам эту ракетницу. А, здесь что-то втыкать ему надо, обелиски в глаза, по-моему. А где ты нашла это? А, он летает, они в космосе летают. Ой, на нас членом замахнул. Ах ты, блядь. Еще и высаживать сюда своих бичей. Да, сука, ты побежал, тварь. Да где этот гвоздик? Костюм такой дали чисто на последний бой, да? Вообще. Щедрость. Проверенная временем. Ну да. Ну глаз будет или не будет? Ну я вижу куски здоровые. Один у меня в руках. Ай, сука. Его флиндосил. А если я его туда метну? Сзади. О, автоматический гексер здесь. Да пошла. Что она делает? Я не знаю. Она... О, опять члены? Да отдайте. А, их не заморозит? Огнемет вообще их просто шатает. Да-да, они как тают будто. Да где глаза там, блядь? Ну сейчас должны. Ну вообще в чё за вон в какой-то жопе вообще, блядь. Иди сюда, коза. Сука, да пошли нахер, ёб твою мать. Да ёб мать. Мамок ваших я знал, блядь, хорошо, блядь. Привет им передавайте. А ебись ты провались. Как лопается сочно этот глаз. Медузу какую-то убивает. Ой, еще, да, кружок. Понятно, короче, надо, чтобы она проделала круг, и тогда она типа такая тупеет сразу, и только тогда она дает свой глаз. Не прилетает. Ой, господи, как это все продумано. Заморозься. Козел. Ну, блин, тебе, я тебе вот так вот ногами тебя заманту. Ой,
Что я думал, охотники за тентаклями уже выехали. У меня уже голова вся в кровях, и вообще такая, ух, аппетитненькая. Только порадовался, шлем новый дали и сняли, да? Да-да, блин, вообще. А может, пока не брать эту фигню, пока он третий глаз не покажется. Третий глаз. Бессмысленно. Кстати, эти... Турбированные, блядь, уроды. Да, капец. Да иди ты, этот уже мхом оброс. Каким-то. Слушай, а ты можешь, у тебя есть полечиться или нет? Потому что я вообще бомж. Че, ты красный? Еще. Я просто еще здоровый. Тебя уронят, я с хилки подумаю. Наконец. Аллилуйя. Но, по-моему, это еще не все, да? Или все? Да, по-моему, вроде слепая пизда зла не может как бы это причинить. А, вот насос слепо сожрала бомбу, да? Коза, блин. Хитрая. Обалдевшая вообще тварь. О, стазис у нее что-то там заморозило. Блин, капец. Чего? Притянуть надо. Вырвать ее у нее. Ага. Фу-фу-фу. Вдвоем тянем. Да-да. Просто распотрошили эту дугу, как какую-то рыбу. Вот это, конечно, накал градусов был в то время. О, ну куда круче, чем Evil Within с Саной, бля. Особенно в парковке. Круче, чем все, что там есть. А чё и как? Я иду. И чё? О, всё. Давай, ползи. Пол пропадает. Как ты там оказался? Что там? Перелетаешь, левитируешь? Телепортация. Мгновенно. Я люблю кодекс. Ну, нихера тебе в натуре. Там меня вообще... У меня мозги чуть-чуть даже видно. Ебца, ну, пульсирует. Ну, мысли там бегают. Давай. Повертунчики. Опа! Аллах Акбар! Тебя сразу унесло. Я сразу этот аварийный парашют открыл. Ты домой, короче, полетел. Неведомые дали. Все, походу, да? Будем после титров Крикова показывать, или все так знают, что он уже останется? А нельзя типа, как-то того? Чё? Скипануть. Не-а, титры. Жалько. Очень жалько. Интригу насчет того, жив он или нет, держали разработчики где-то как воду в жопе, по-моему, очень недолго, пару дней. Гля, эта дура как разорослась-то. Целая планета прям была как будто. Капец. Так, а так и было. Раздолбанный. Похоже, знаешь, на печенечко это. Ага, овсяная. Ага, овсяная, да. Бедный, голодный. Видишь, тентакли какие огромные растут. Ага. Ой, лежи разного цвета глаза были. Гля, у нее прям так кожа, знаешь, содран верхний прям слой. Вот это самое противное, по-моему. И ключица. И ключица, и на плечи. Но душевные тараны сильнее. Больнее, блядь, или как там. Поэтому она ту боль не чувствует. Айзек, где ты? Ну хотя бы Карвер. Может ты? Карвер? Нет, никого. У тебя один глаз зеленый, второй голубой. Разве? Да. Левый голубой, а правый зеленый. Ну раньше, по-моему, заметнее было как-то. Могли бы сделать следующую часть про нее, допустим. Как она выбиралась, да? Dead Space из... Лара Крофт. О боже, не надо. Из Ларки уже сделали, блин, оголтелые непонятно чё. Бам. Нехеровая скорость. Где гаишники, блин?
Там, наверное, гаишник там за обломком, за каким-нибудь радаром по-любому летает. Да-да. Я представляю, там в открытом космосе его нарушили. Да, да. И так вот ненавязчиво пошли титры. Мне нравится, как Вась Церл игры заканчивает всегда. Шу, летало все. Шарит. Да, как бы. Ну, а, о, сори. Что такое? О, сори, там вон шар врезался в планету. Ага. Мы шар это, мы эту печеньку били, да? О. Да, печеньку. Это у тебя? Да. Ни хрена себе. А где крик-то? А, вот здесь после титров, короче. Так что, все, всем спасибо, всем всего. Ты там, если хочешь, можешь ждать эти титры, а я их трубу шатнул. А где? Пара-пара-пам. Я выпал из лифта, я падаю вниз. Я сдох. Лифт убил меня. Ой, господи.